Условный пожар в здании Смоленского арбитражного суда. В самом центре Смоленска прошли масштабные учения региональных служб МЧС. Легенду продумывали очень тщательно. Возгорание на подобном объекте приравнивается к повышенному уровню опасности. За действиями пожарных и спасателей наблюдала Анастасия Рыжикова. По легенде, пожар произошел в разгар рабочей недели, в обеденный час пик. И в МЧС говорят, что выбрали это время специально. Вы сами видели, что машины с трудом проезжают по этим пробкам, поэтому специально отрабатываем самое такое время. Несмотря на пробки, первые машины прибыли на место в считанные минуты. У пожарных сложная задача. Здание довоенной постройки с большим скоплением людей. Длинные извилистые коридоры, множество перегородок из металла, стекла и дерева. А значит, и дыма будет много. Тем более, что по легенде учений пожар начался в архиве на втором этаже. Угроза распространения пожара на верхние этажи здания, а также задымление, опасные факторы пожара, что затрудняло работу по эвакуации людей. Отработали элементы спасения звеньями, то есть работа в непригодной для дыхания среде, а также эвакуация по автолестнице. Всего пожарным пришлось спасти из условного огня и дыма 4 человек. Для этого развернули масштабную операцию, задействовали 13 машин и полсотни человек личного состава. Развернули оперативный штаб. Пожар полностью удалось ликвидировать за полчаса. Все смоляне спасены, участники учений получили оценку хорошо. Анастасия Рыжикова, Антон Турков, Вести Смоленск.